Тело 64-летней женщины с признаками насильственной смерти во дворе ее дома обнаружили соседи. Полицейские установили, что к преступлению причастен 41-летний сожитель потерпевшей. Во время совместного употребления спиртных напитков между ним и его гражданской женой произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес смертельные удары. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченої частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Правопорушника у порядку статті 208 КПК затримано, триває слідство.